Экскаватор засыпает уже обновленные коммуникации. Здесь, в микрорайоне Светлоярском, завершается комплексный ремонт тепловых сетей. Ну, лет 15-20 точно прослужит. Перебоев быть не должно. Запущено было все в срок. Теплосетевой комплекс обновляется от Светлоярского озера до строящейся развязки на улице Циолковского. Это первые подобные масштабные работы в микрорайоне за 40 лет. В прошлом году компанией было принято решение о капитальном ремонте и модернизации тепловых сетей от источника по котельной по улице Станиславского, дом 13. Общий объем перекладок составит 13 километров. Мероприятие разбито на два этапа, на два года. Это 2021-2022 год. Решение начать обновление теплосетей было принято из-за большого их износа. В этом году только в этом микрорайоне заменяют более 4,5 километров трубопроводов. Всего же до конца года по городу заменят порядка 100 километров сетей. Важно, что во время ремонта жители не остаются без отопления. Теплоноситель подают по специальным резервным схемам. Для того, чтобы обеспечить постоянную подачу ресурса, создаются специальные резервные схемы, которые позволяют вести одновременно и ремонт, и производить подачу теплоносителей и горячей воды нашим потребителям. Почему это нужно? Нужно потому, что достаточно высок уровень износа сетей, но я хочу сказать, что за последние 3 года мы эту величину снизили, и мы видим сейчас снижение аварийности. Стоит сказать, что уже три года подряд мы объем замены сетей превышаем цифру 100 километров. После завершения работ по замене теплосетей в микрорайоне Светлоярском обновится дорожное покрытие и благоустройство. Екатерина Васильева, Максим Веселов. Время новостей.